Шалом. У одного пожилого человека был старый осел. Этот осел уже не выполнял свои задачи. И на радость его хозяина один раз он упал в яму глубокую. И старик решил уже его оттуда не вынимать. Он созвал всех соседей, говорит: помогите, я хочу похоронить этого осла. И вот все начали брать землю, закапывать, бросать в эту яму. Осел испугался, встрепенулся потом. Несмотря на то, что он осел, но вот это его упорство вдруг подсказало ему, что эта земля может послужить его спасением. И вот он ждал, пока вот эта земля падает, он поднимался на следующий слой, и так он выбрался из ямы. Очень часто то же оружие, которое направлено против нас, его можно перевернуть и направить за нас. Когда в мире происходят какие-то вещи, есть люди, которые теряют не только имущество, но теряют самообладание, теряют надежду, убегают, оставляют все. И есть люди, которые остаются. И именно это является их спасением. Именно сейчас, используя эти вещи, ты можешь подняться наверх. И это очень индивидуальная тема. Я советую, прежде чем вы принимаете какие-то решения, прежде чем какое-то зло идет на вас, постарайтесь увидеть вот в этой тьме капельку добра. Как пишет великий царь Соломон: превосходство света из тьмы. Шалом, шалом.